Уникальная теплотрасса в городе. Уникальность заключается в том, что все этапы работы по замене старой теплотрассы можно увидеть одновременно. На углу с улицы Ленина работа завершилась успешно. Рабочие укладывают плиты на место. Дальше специалисты проводят изоляцию труб с применением современных материалов, которые позволят увеличить срок службы теплотрассы в несколько раз. Такой утеплитель устойчив к воздействиям окружающей среды. Параллельно идет демонтаж следующего участка старого трубопровода и сварка деталей нового. Специалисты разрыли новый участок ветхой теплотрассы. Руководство Теплоэнерго планирует закончить работы в начале мая.